Ну, после такого прекрасного сюжета с удовольствием поговорим с представителем этой замечательной кондитерской фабрики «Сауле». У нас в гостях Диас Шаухаров, коммерческий директор, и Руслан Устахметоглы, финансовый директор. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Ребят, ну смотрю я на вас, у меня уже, знаете, вот полный рот, поэтому пью чай просто вот так глядя. Сладенько стало, да? Да, спасибо, что сегодня с нами. Скажите, как давно вы работаете на фабрике «Сауле»? История фабрики начинается с открытия с 2016 года. Молодая. В советское время это была территория бывшего автопарка. В 2016 году мы полностью реконструировали все здания, находящиеся под кондитерские цеха. Был составлен план, проект. И с 21 декабря 2017 года мы запустили первую нашу линию по производству вафлей австрийской фирмы Франц Хас. Ох, здорово. Так, ну и расскажите нам подробнее, какие виды продукции вы выпускаете? Мы выпускаем два вида вафель, глазированные и неглазированные, которые по вкусам различаются, 5-6 видов, арахисовые, молочные, шоколадные. Мы также выпускаем печенье двух видов, сахарное печенье и затяжное, которое также делится по вкусам. Вот. Здесь представлена не вся линейка продукции, но этого достаточно, чтобы попробовать и понять, что это вкусно, это можно и нужно покупать в магазинах Казахстана. Ну и самое главное, это же наше. Вот я, потому что когда хожу за продуктами, для меня самое главное, чтобы это было наше. Вот я таким образом понимаю, что это мое маленькое, но участие в этом процессе. Ребят, а вот скажите, пандемия коронавируса, она отразилась как-то на вашей работе? Удалось ли вам сохранить, ну скажем, все рабочие места и все объемы производства? Ну, конечно, пандемия коронавируса, она затронула не только нас, как мы знаем, весь мир затронула. Соответственно, мы столкнулись с такими определенными сложностями, что ограничился экспорт. Мы экспортируем в сторону Китая нашу продукцию. Вот. Во время коронавируса, то есть это когда наступил март месяц, всем сотрудникам мы выдавали специальные пропуска на работу, потому что было, как вы помните, ограничение по городу, по передвижениям. То есть мы нанимали, у нас специальный автобус был, мы развозили всех, соответственно, домой. Ну, собственно, выжили, как говорится, вытерпели. Молодцы. И дальше работаем в том же духе. Скажите, вот уже не раз прозвучало, что вся ваша продукция из отечественного, да, сырья. А вот расскажите об этом подробнее. Вот есть ли все ингредиенты в Казахстане? И как вот это импортозамещение, в общем, сказывается на ценах ваших? К сожалению, всех ингредиентов нет в Казахстане. К сожалению, ну, географически так сложилось, да, что конечно. У нас нет какао, например. Да? Какао-бобы выращивают в Африке, потом их экспортируют и так далее. Также, ну, в целом 95% содержания нашей продукции из казахстанского сырья. А это мука, сахар, масло, все это казахстанское. Поэтому, это здорово. Да. Ну, а теперь давайте поговорим, где все это реализовывается, то есть где все это можно купить. Какие-то специализированные магазины или же можно на базаре, на зеленом, на... Допустим, на оптовке найти. Да, на сегодняшний день мы присутствуем во всех городах Казахстана, активно развиваем качественную дистрибуцию. Также, как отметил Руслан, мы экспортируем в Китай. Но, к сожалению, ввиду пандемии, да, в силу ограничений и сложностей, которые она принесла, где-то прямо, где-то косвенно, вот на сегодняшний день могу откровенно сказать, что машину, которую мы отправили в Китай, 2 месяца уже стоит на границе и не может пересечь ее. По неизвестным причинам. Ну, большая очередь, я не знаю, что там на самом деле, поэтому есть такие трудности. Но в Китае нашу продукцию очень любят. Мы также учитываем вкусы наших потребителей. И, например, китайские покупатели продукции, они любят меньшее содержание сахара, чем, допустим, мы. То есть они меньше сладкоежки, чем мы в Казахстане. Вот так вот. Да. И чем восточнее Китай, тем меньше сахара они любят. То есть если мы сейчас начали с западного Китая, то чем восточнее, тем меньше сахара они любят употреблять. Слушайте, вот. Интересный, да, факт? А допустим, в Россию, вот как только границы откроются, в Россию, конечно, планы есть. Мы уже на этапе переговоров.
Мы планируем в Грузию экспортировать. Mm-hmm. Надеюсь, в этом году у нас получится. В соседние страны, Киргизстан, Узбекистан. Активно ведем переговоры. Конечно, надеемся, что у нас все получится. И мы будем расти, расти и радовать новыми продуктами наших потребителей. А есть у вас какие-то особенные, отдельные какие-то вот наименования? Может быть, диетические продукты, что-то? ППшные печенье, например, да? Или как это, сахарозаменяющие конфеты, или, допустим, там вот батончики какие-нибудь такие. Это в целом хороший тренд в этом сегменте двигаться, но на сегодняшний день... Это невкусно, я скажу вам честно. Да, это не для каждого. То есть если мы закупаем оборудование, которое производит до 20 тонн в сутки, то произвести и продать, реализовать столько же диетической и ппшной продукции не удастся. В дальнейшем, конечно же, когда мы уже покроем рынок Казахстана полностью, сможем уверенно говорить, что вы не покупаете импортное, вы все, что вы любите, вы можете купить от нашего производства, тогда уже да, можно задуматься о том, чтобы в направлении эко, в этом направлении двигаться и развиваться. Ну, ценовая, допустим, политика, в частности, вот что у нас сегодня, какие конфеты или, допустим, там печенье? У нас сегмент, он средний, средний сегмент. Я не скажу эконом, потому что, откровенно, если говорить, дешево и качественно это вещи такие далекие. Это очень важно. Да. Поэтому мы старались подобрать рецептуру так, чтобы у нас были хорошие продукты, но в то же время, чтобы цены были доступные для нашего населения. Ввиду того, что, опять же, из-за пандемии снизилась покупательская способность, это еще усложняет задачу, потому что зачастую люди хотят, чтобы было качественно, было вкусно, было супер, было все вот как в Европе, но а что так дорого? Те, кто в Европе не были и не знают, сколько там стоит и сладкое, и тот же шоколад. По идее, это правильно, потому что это же нельзя, это же не хлеб. Это вот какой-то особенный продукт, который не надо потреблять с утра до вечера, правда? Да. Ты это детям объясни. Которые подбегают, хватают и убегают. Тем более нельзя. Вот поэтому это должно быть очень качественно. Так, Руслан, Диас, вот вопрос вот к вам лично. Что из всего вот этого, вот, что вот у вас представлено, лично каждый из вас любит больше? Ну, мне лично нравятся очень арахисовые вафли. Этот свой привкус он дает. И я выбираю их. Ну, каждого на вкус и цвет товарища нет. То есть, я именно на выбираю. На работе завтракаете вы вот таким образом. Да, арахисовые вафли. Так. Мне нравится все. Мне сложно выделить какого-то правильный фаворита. Ответ. Мне нравится я просто смотрю на парней, такие, знаешь, спортивные, такие, не с животами, опять же, да, и по ним видно, что они сладко-то немного едят, но... Не, едят, ну потому что молодцы. Если технология соблюдается, все, то оно не должно быть вредно. А это, знаете, как женщина на кухне, когда готовит, она потом не ест сама, но она сытая. И вот мы так же, мы когда все готовим, мы все пробуем, и нам даже... Не нужно наедаться, там, наращивать животы, мы и так. Ну, здорово, молодцы. Слушайте, а вот если, допустим, в городах захотят попробовать что-то, у вас наверняка есть еще какой-то колл-центр или, допустим, там вот куда пишут письма, там, например, да? Давайте такое, что просят, да, отзывы. Да, отзывы есть. У нас есть сайт, на котором предоставлена контактная информация, куда можно обратиться в случае, если, допустим, магазины не привозят, или же что-то, какие-то проблемы с качеством, и мы всегда обратную связь эту обрабатываем и даем своевременно. А Инстаграм? Инстаграм тоже имеется. Какой? KF, нижнее подчеркивание, Сауле. Ну, замечательно. Сауле, да. Отлично, ребят, мы вам желаем успехов в вашем прекрасном сладком деле. Я полностью с тобой согласен. Хочу, чтобы был большой, да, спрос, и мы наслаждались вкусом вашей продукции. Да. Ну, а у меня, знаешь что, Гулечка, такое интересное предложение. Да. Дело в том, что, смотри, если мы сейчас поставим замечательную песню, у нас будет с тобой шикарная возможность, хотя похрумкать. Бы 3 минуты что-нибудь покушать. Друзья мои, не переключайтесь, у нас замечательная песня, а дальше мы продолжим наш эфир. Ну что ж, друзья,
Наша программа «Танго Студио» продолжается, и сегодня встреча из разряда очень приятных. В нашей студии сегодня основательница и продюсер Казахстанской медиа-академии, режиссер, радиоведущая Гульбахор Хасанова. Доброе утро, дорогая. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Обрабатываю все красивые ручки, мы боремся. Ну и пока ты ручки обрабатываешь, позволь задать первый вопрос. Мне, знаешь, меня, правда, всегда это интересовало. Вот как тебе пришла в голову идея создать медиа-академию? Ну, дело в том, что когда я еще училась в нашем институте театра и кино имени Жургенева, он раньше так назывался, я училась в 90-е годы, и мне очень сильно не хватало практики. И очень много было общения с достойными, прекрасными мастерами, но практики не было, и это меня очень сильно удручало. И спустя время, когда я уже почувствовала, что готова передавать свой жизненный и творческий опыт, то я создала такую академию, о которой я мечтала, чтобы было как можно больше возможностей у людей, которые мечтают реализоваться в сфере медиа, кино, радио, телевидения, не просто узнать какую-то теорию, но и реализовать себя на практике. Ведь у меня еще есть психологическое образование, я обучилась в Хеллингер-Либеншуле, и там основная, в общем-то, концепция заключается в том, что весь жизненный опыт и любую информацию нужно освоить на уровне тела. Ну, а присутствие в прямом эфире – это как раз-таки это самое. Здорово. Ну, получается, что у нас действительно очень много тех, кто хочет и прикоснуться к вот этому миру шоу-бизнеса. Талантливые молодежи, не только молодежи, взрослых людей. У нас есть, например, две дамы, им 60+. Они воспитали детей, вырастили внуков, и что, им уже умирать? Нет, они пришли к нам, обучились на курсе актер кино и телевидения и сыграли в сериале «Энциклопедия счастливых чудовищ» двух очень характерных дам. И у них началась новая жизнь. Какая прелесть. А вот как бы ты описала вот этого своего среднестатистического ученика? Это человек, который горит мечтой. Горит мечтой. Классно, вот. Красиво. А вот вы сразу определяете потенциал? То есть приходит ребенок, потому что говорят, что не бывает там ни талант, без таланта. Детей мы берем всех. Сразу. У нас есть небольшой фейс-контроль и, скажем, тест на дефекты речи на входе и небольшое собеседование. И человека, который не будет учиться, его видно сразу. Он уже такой на звезде. Любите меня. Вот я вот такой прекрасный, пожалуйста, вот, все, будьте ручку. Второе, мы так общаемся, потом говорим, вам перезвоним, до свидания. А тех-то, которые хотят, которые обучаемы, которые готовы к росту внутреннему, внешнему, таких мы приветствуем. Какая прелесть. Вот мне прям интересно. Приходите к нам. Кстати, да. Гульнар. А кто преподает? Преподает. Ты хочешь сделать предложение? Я хочу сказать, что да. Я тоже был, но это было, знаешь, как... Вы проводили мастер-класс для наших журналистов. Гульнара Дусматова принимала участие в съемках сериала «Жилдар». Вот, об этом давай поговорим. Давайте. Расскажи про этот сериал «Жилдар». Сколько уже снято, сколько будет впереди? Мы отсняли 4 сезона, планируется 500 серий. Сериал «Жилдар», он нацелен на то, чтобы ребята, которые и дети, и взрослые, могли себя реализовать на творческой площадке. Ведь что такое актерская карьера? Это фильмография. Если вы видели резюме, то дебютная кинолента, вторая кинолента, сотрудничество с таким режиссером. Мы даем первую фильмографию. И не просто там как-то кривляться на камеру. Это серьезная драматургия, серьезная съемочная площадка. Может быть, технически мы еще в силу того, что мы очень молодая компания, у нас не такие большие бюджеты, но у нас есть прекрасные друзья и знакомые, звезды экрана, такие как Гульнара Дусматова, допустим, Жан Байжанбаев, ваши коллеги. Гани Кулжанов, другие замечательные звезды. Это же кайф для новичка получить опыт работы с большим актером, у которого уже есть опыт. Ведь ты не просто контакт вот этот получаешь, ты смотришь, как человек двигается, какие взаимоотношения на съемочной площадке, отношения к роли. Это же вот много-много различных нюансов, из которых и складывается большая профессия. Ну, кстати, да, я ведь тоже пришла на площадку ребенка, можно сказать, что всю школу я прошла уже непосредственно на съемочной площадке. А вообще очень здорово с детьми работать, они тоже тебя очень многому учат. И действительно, иногда дети, вот у вас такие дети, они переигрывают даже взрослых актеров. Они искренние, честные. Искренние, очень искренние. И очень хорошо понимают, им нравится играть в кино. Им нравится перевоплощаться, быть актерами, актрисами. Они такие большие молодцы и совершенно не испорченные.
Да, у них получается, что... очень трепетное отношение к процессу. Вот это у многих взрослых актеров такого нет. Получается, что ваши выпускники академии, они в дальнейшем идут поступают. Вот кто, допустим, по журналистике, они уже однозначно идут у на журфак. У нас очень много выпускников, которые поступили идут, на журфак. Есть ребята, которым не нужно высшее образование в этой сфере, и они уже работают на радио, на телевидении. У нас одна девушка поступила на курсы журналистики и сейчас работает уже старшим продюсером на телеканале КТК. А всю жизнь она работала в сфере железнодорожной. Представьте, и это настолько ей надоело, и настолько ее душа просила чего-то творческого. И считайте, что-то, какой-то творческой реализации, и представьте, что у человека началась новая жизнь. Чем он прописал бы на той работе, да, которую он уже не любит. Точно. Вот я смотрю, периодически пересматриваю вашу в YouTube рубрику «Искусство интервьюера», и как вот ваши девочки и мальчики берут интервью, и мне нравится, что действительно я вижу рост. То есть, допустим, когда у меня первый раз взяли ваши ребята интервью, это было так: «Данияр, скажите, а вы много путешествуете, где вы еще были?» То есть, да, то потом уже стал смотреть, что они уже стали свободно, так красиво держаться. Это все обучаемо, да? Соответственно, это все рассказываете это у вас. Это все. Это опыт. Ну и мы же, когда начинали 3 года назад, мы тоже еще были не совсем уверены. Но благодаря вашей поддержке и тому, что люди в нас верят, и тому, что мы вот день ото дня растем и повышаем собственный даже профессиональный педагогический уровень, это тоже влияет. Наша уверенность, она как бы разливается по этому нашему полю энергетическому, и мы становимся все лучше и лучше. Нет, ну мы-то ладно, мы помогаем. Но вот у тебя есть какой-то секрет вот успешной коммуникации, потому что ты общаешься со звездными личностями, руководишь. Вот расскажи, поделись, вот что является твоим жизненным кредом? Я думаю, что любой процесс должен служить жизни. Любой процесс должен служить жизни, и главное — любить и уважать. Вот я бы не сделала другому человеку то, что я бы хотела там... Не хотела себе. Да, да, да. То есть вот я знаю, что... Данияр? Господи, наверное, я когда-нибудь забуду свое имя от волнения. Не волнуйся, дорогая. Не мудрено, сейчас такой у всех режим. Ну, в общем, я вижу, что Данияр – это тоже я. И Гульнара – это тоже я. Это может быть немножечко такая сумасшедшая крейзи, какая-то философия, но я считаю, что даже этот стол – это тоже часть меня. Ну, вот какая-то вот такая крейзи концепция. Ну, начнем с того, что еще, знаешь, все выпускники и все, кто обучается медиа-академии, они, когда приходят на мероприятие, в любой мероприятии, даже если они будут его просто освещать, снимают, например, у них всегда вот это вот подходит: «Здравствуйте, медиа-академия». И любой артист, кто бы то ни был, всегда говорит: «Гульбахор, привет». И каждый выпускник знает, что он несет вот это имя Гульбахор Хасанова, и все сразу такие: «О, медиа-академия, давайте». Это продолжение мое. Да. Это спасибо здорово. За вашу высокую оценку. Это здорово. Это прекрасно. Ну вот теперь давай тебе лично вот поговорим, да, потому что вот было же как все... Вот, ну, не знаю, ну, я не буду говорить, что я вырос, скажем так, да, на голосе, том, что, да, на том, что всегда в эфире Русского радио слушал Гульбахор Хасанова. И вот это вот мне всегда был интересный титул, какая она, вот, и все эти интервью, то есть всевозможные. Вот когда ты поняла, что ты уже больше, чем просто радио, что радио тебе уже как мало? Дело в том, что на Русское радио я пришла временно. Это стало моей жизнью на 20 лет, да. Дело в том, что еще до того, как я работала на радио, у меня уже в 24 года был собственный телевизионный продюсерский проект, который я продюсировала от и до. Это была информационно-музыкальная передача «Драйв», и мы делали большие концерты на многих площадках города, в том числе в парке Ярке, 3 раза в неделю. Мы качали там, выезжали на какие-то гастроли. Кроме того, и еще это был ежедневный телевизионный эфир, музыкальная программа. И я очень сильно устала. Я сразу задала очень жесткий и сильный темп, несмотря там на свой юный возраст. И команда просто вот мы в какой-то момент очень сильно устали. За 1,5 года сгорели. И я думаю, ладно, вот немножко отдохну от телека, пойду на радио. Что там небе лежачего? Не надо краситься. Никто на тебя там не смотрит. Пришла, прочитала новости. Имя твое на слуху. И как-то вот затянула меня вся эта история на радио, и вот на телевидение я вернулась только вот года 3-4 назад, когда стала создавать Казахстанскую медиа-академию. Представьте себе. Вот так. И как...
Ой, слушай, ну да, да, времени нашего эфира не хватит, чтобы о тебе, о многогранной личности, о всех проектах, которыми ты занимаешься. Поэтому дай нам слово, что ты будешь всегда приходить и делиться самыми большими новостями. Конечно, с большим удовольствием. Корочка, у меня для тебя есть, вот сейчас мы закончим нашу программу, точнее, только русскую часть программы «Танго-студии», и пойдем пить чай со сладостями. Большим благо, у нас сегодня их много. Ну, в таком случае, вот твоя камера, давай, на пятерочку, пожелание всем. Доброе утро, Любовь Хасанова. Доброе утро, страна. Я желаю, чтобы каждый из вас слушал свое сердце и шел к своим мечтам. Неважно, кем вы хотите стать, какую профессиональную стезю вы хотите выбрать. Самое главное, слушайте свое сердце, и будет вам счастье. Я с удовольствием. Друзья, слушайте свое сердце. Наш эфир продолжат наши коллеги. Тойки и Муслимы Жугбы Сумергали. Мы передаем им бразды правления. Ну а с вами встретимся уже в понедельник. Да. Не переключайтесь. Увидимся. Хорошей недели.